Роман, открывай! Давай, блин. Блин. Роман, открывай. Ой. Она не против? Кто-то мне мешает спать. Я сейчас его просто... сейчас встану. Погодите. Сейчас, погодите, встану. Сейчас встану. Мои кровати... Ай, куда я... О, о, Михаил, здорово. Здорово, Роман. Ты понимаешь, что... Что скипятишь, уже на батате один спешал. А тверд очень не будет. Я могу сделать новую. Как? Сейчас подчиню тебе тот верх, блин, Рамонов, блин, ты понимаешь, что на наш скипятишь и начинает уже до тебя запираться. А, за тебя у него кровать идет. Если тебе не придется теперь на полу всех-то спать. Да пофиг на эту твою кровать недоделанную. Так знаешь что? Так... А почему она не ломается? Да Михаил, все, пошли. Пошли, Роман Парамонов. Ладно, пошли. Так. Пошли, пошли. Пошли. Так, мы вышли из дома с моего. Где эти скибидисты? Смотри туда. Куда туда? Вышел, подумаешь, какой-то УАЗик и что? Так поехали на нем, Роман. На нем там мы будем уезжать. Кстати, я у него это буду. Я за что я буду водить? Все, я это солез. Ах, ну ладно. Кстати, ребята, все привет, с вами Рома Возняцка. Или он говорил. Ну и короче, простите, что я так... Я вроде старался или нет? Ну вроде нет. Я думаю, что... Короче, че, мне Михаил сказал, что... Что это... Скибидисты нападают на нас. Это брата, что ли? Ребята, все. Михаил там сейчас ведет. Сейчас, погоди, надо разобраться. Завёл её? Да, завёл, всё, поехали. Ладно, поехали. Блин, ты мне даже так ещё не дал поспать. Это кто такой? Скипите, 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 скипите. Скипите, 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 скипите. Михаил, остановись. Стой, останавливайся, Михаил. У тебя есть что-нибудь, что нам делать? Не волнуйся, у меня есть суперпуха, которая сейчас его будет... Ну нифига себе, не думаешь, ты на нем что ли, кстати? Кстати, Михаил, ты что, на осике ко мне приехал? Ну да, конечно ж. А что уже еще? Машина рукой не было просто. И что эта машина умеет делать? Ты сейчас поймешь. Испепелять! Ну и переворачивать тоже. Крутая такая, блин, пуха. А это, кстати, у тебя на складе было. Михаил, ты зачем он с моего склада украл эту пуху? Мира, а мы скоро поедем? Да. Мы скоро доедем? Да. Сегодня еще раз по нему. Ладно. Нифига себе его испилило. Все, его нет. Все, очищен путь. Поехали. Поехали. А вот есть еще одна хоть какая-то пуха? Ну, была где-то. Сейчас. Блин, где-то пуха была. Ну, вот держу вот эту. О, yes. Оу, yes. У тебя вообще здесь много так оружек, да? То есть ты весь в оружиях? Так, конечно, я тут. Покати, Михаил. Давай вылезай, блин, от этой машины. Почему? Да покати, останавливаю. Ну ладно, хорошо, все. Это Роман Парамонов. Я ее раз... А, черт!
Михаил, да что опять-то? Ты пофига ПТР соспавнил. Ну, извини. Давай мы будем вместе, короче, это. Короче, я сейчас вылезу. Лесу, погоди. Значит, давай это... Стем его не ломаем. Так у нас теперь стекла нет. А это специально сделал, что... Я тоже хочу сделать ее бронированной. Давай ее опронируем, чтобы ее скибидисты не могли сломать. Они его что, с миллионного раза только смогли сломать. А еще они его... Эту маршруту сейчас мы опронируем ее. Ребят, сейчас сделаем. Я что-то его как-то не очень прям бронировал. Ну ладно. Да ничего, я его нормально так и бронировал. Ты чё? Ладно, всё, полез в машину. Ладно, Ладно, хоть здесь лягу. Может, здесь можно. Ладно, Роман Барманов, Леша, может, за тебя всё сделаю. Ну, а тебе потом крикну, как-то уж надо будет стрелять. Миниканом, то есть. Суперским. Ну ладно, поехали, все. Так куда ты нас отъедешь? Что вообще? Права у тебя есть на это? Этой тарантовики, ты сейчас мой дом собьешь потом. Кстати, почему ты сад не бронировал? А что ресурсов много? Наконец-то ты нормально собьёшь. Я для того, что ты не умеешь водить. Да умею её водить-то шо? Скипите. А, чёрт, Роман, вставай! Вот так-то. А, ладно, я сам вот пойдем. Чё опять-то там? Да там летающий паразит летит на нас. Какой летающий паразит-то? Чё ты несёшь? А, это тот сам паразит, который хотел... который заразил... Это... Спикерман Титана, но его лучше я вылечу. Титан. Кажется, он вышел каким-то образом. Его же камерамен вроде придавил. Супер мощной ногой. Кажись, она не останавливает тарантас. Ну ок. Сейчас надо в него хорошо попасть. Скибитесь. Твою на ручку залез. Михаил, ты там вообще можешь? Ага, что делать? Опа, вот это поехало. Это что, ребят, это моя пушка. Из моего склада все оружки взял, блин. Надо, чтобы продаваться. Все, я его сбил, сейчас он отлетит. Сейчас он сорвется. Бац! Все, смог сорвать, поехали дальше. Поехали. Поехали. Поехали, Михаил. Поехали. О, Вантусмен. Здорово всем. А всем. А где? Где он? Так, а ты чё забыл? Всем здорово. О, Вантусмен. Ура, ты. Да, я из 66-й серии вернулся. Мне Долман сказал к вам прилететь. Ты чё? Ты колешься-то своим... Поехали. Михаил, знаешь что, давай на этом поездку окончим. Ну ладно. Михаил, знаешь что? Что? Ты здесь будь охранять тачку, а то вдруг какие-то скибидисты нападут. Погоди, ты еще свой тарандес, кстати, почему не остановил? Да, а тогда почему она не едет? А ты ее просто заморозивши. Да. Вот, смотри, прекрати меня бить. Да прости. Ладно, мы с Вантусменом пошли на охоту со скибидистами. Вантусмен прекратил уже калиться. Да я повторяю, эти ноши я не могу убрать уже. Какой раз уже не могу их убрать. Какие-то я встану-то хотя бы. Во, все. Готов к траке? Да, готов. Погоди, ё-моё, ты меня сам уж ранил. Это ты самого себя ранил. Да, блин, когда тебе ставить-то? Куда? Я не знаю. А, да удивя. Как тебе-то ставить-то, Вантусмен? Я вообще никак не вставляется.
Все, давай, на, получай. Ты что у тебя там сломал-то? Да я не знаю. Черт! Вандулмен, блин, а! Я его что, с моими баками сломал? Нет, у меня не с... А, блин, да черт! Говорю, что лучше вылезти из этого унитаза уже. И будь там целый час уже. Я не мог вылезти. Вандулмен, ты сейчас вылезешь? Погоди. Вандулмен. Боже, уже вылезай, сейчас кибедится на батут. Да я тебе еще... Я вылез вроде. Да я тебе еще... Ай, больно-то по ногам-то, Вандулмен. Пока ты вылезал, на... там мне уже кажется, что там уже скибидисты ходят. Это больше, больше мне будешь говорить уже, а? Вандулмен, ты всегда куда-то пропадаешь. Куда ты пропадаешь? У тебя вообще, кажется, много технологий. Ой, там уже за тебя, блин, скибидисты услышали. Да чё если тебя, ты просто наорал и всё. И чё это за скибидист? Скибидист, скибидист. Это скибидивая рука. Чё было очевидно? Да. Я сейчас залез в унитаз. Скрича скибидист. Сейчас залез, сейчас я его уничтожу. Бац! Катись ещё! Вандулмен! Чёрт! Нет! Чё с Вандулменом? Он в Ниву, то есть он в это, в вот этот машин, тип, машину теперь нет, теперь точно теперь мы из этого измерения выберемся. А больше... О нет! О нет! Бах! Твою ж, это что сейчас было? Блин, все, вот теперь мы точно не уедем. Ребята, Вандулмена напоранила жестко. Него поранила. Но части я в нашей не все-таки смогу найти, ребят. Ну, ребята, кому нравится ролик, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Блин, у него даже где Вандулмен? Короче, ребят, всем пока-пока. Я вошел искать Вандулмена. Он, кажется, его части туда где. Ну ладно, всем пока. Блин, где его части-то?